Более 4500 человек посетили День карьеры в Алматы. На этот раз мероприятие по трудоустройству прошло в Центральном парке культуры и отдыха. Там же для молодежи провели профориентационный фестиваль. Мируэрт Канеева продолжит тему. День карьеры объединил профориентационный фестиваль и ярмарку вакансий. Главная задача – трудоустроить и обучить безработную молодежь. В мероприятии приняли участие представители крупных компаний страны, вузов и колледжей, в том числе мотивационные спикеры и специалисты. В первую очередь для молодежи, которая в этом году заканчивает школы и колледжи, то есть они могут выбрать для себя профессию мечты или будущего, в которой вуз, в который бы они хотели поступить, или колледж, и в какой бы профессии они хотели обучаться. Второе, это, конечно, ярмарка вакансий, где каждый молодой человек города Алматы, Медеуского района может найти себе работу. В течение дня акцию посетили более 4500 безработных молодых людей. Всего до конца года планируется трудоустроить свыше 10 тысяч человек, говорят организаторы. Мы хотим охватить всю молодежь нашего города, которая непосредственно является безработными, которые являются выпускниками университетов, колледжей. И такая ярмарка вакансий, сопоставление двух мероприятий, я думаю, это точка соприкосновения работодателей и вузов. На данный момент мы участвуем в идею Career Day и как бы хотим нанять, да, начинающих специалистов, тех, кто ищет работу в наш банк. У нас примерно около, по Алмате, около 100 вакансий на данный момент, где ведется подбор. Следующий день карьеры пройдет уже в Наурызбайском районе 13 июня. Всего в рамках проекта планируется охватить все 8 районов мегаполиса. Мируэрт Ганеева, Рашидин Якубов, телеканал «Алматы».